Ребятки, всем привет! Ну что, я снова в Владивостоке, врываемся в рабочую неделю, правда, в конце недели. Вчера целый день летели, очень устали, и лучшее лекарство от усталости, это, конечно, работа. Поэтому мчим, трудиться, сегодня и тренировочки, и по делам нужно помотаться, и транспортные, которые почему-то в последнее время плохо работают. Пришел груз, я его ждал 8 октября. А он пришел на следующий день после того, как я улетел. И вот он уже там неделю чалится. Надо поехать забрать. Потому что там насчитали, наверное, кучу бабок. Ну, короче, в движуху. А еще скоро, совсем скоро будут новости. Это касается относительно школы. Ребятки, ну нужна ваша помощь в проведении, в организации соревнований и безопасности. Так что, кто хочет быть волонтерами, обращайтесь вот к этим парням, вот к этому и к этому. Напрямую, чтобы не быть передаст. Ребята, видали когда-нибудь Цифира Универсал? Лично я вообще первый раз вижу. 31-е. Офигеть. Это тот случай, когда проехал. Потом все-таки решил учиться правильно. Ну и начинаем серию восьмерок. Ребятки, посмотрите, какой закат. Какие облака красивые, прям за... Смотрите, золотистые какие.